Всем привет! Сегодня хотелось поговорить про историю Игоря Капусты и Ирины Олеговой. Игорь стал четвертым мужем певицы. Знакомство будущих супругов состоялось после того, как Ирина развелась с Владимиром Дубовицким, своим третьим мужем. Он был продюсером группы «Электроклуб». На момент знакомства у Игоря тоже была девушка по имени Таня, с которой он и пришел в группу к Ирине. На гастролях Ирина проявляла интерес к Игорю, а один раз вызвала его к себе в номер. Затем артистка не скрывала своих чувств, и Тане пришлось уступить парня Аллегровой. Молодой человек начал ухаживать за певицей, она была старше возлюбленного на 9 лет, но разница в возрасте влюбленным не мешала. Влюбленные в 1994 году обвенчались, Ирина стала счастлива, ведь рядом был любимый. Женщина ждала, когда Игорь поведет ее в ЗАГС. Но он не торопился. После смерти отца певицы Капуста ее поддержал. Строительство загородного дома, которым руководил Игорь, отдалило супругов. Ирина гастролировала, привозила деньги. Недоброжелатели нашептывали ей, что муж ничего не делает, изменяет ей с молодыми девушками. В 2000 году Ирина рассталась с Капустой, а через год его осудили по обвинению в перевозке наркотиков. В 2005 году Игорь вышел из тюрьмы и начал приходить на разные программы. Он рассказал об отношениях с Аллегровой и мечтал с ней поговорить, но певица не стремилась увидеться со своим бывшим. В мае 2018 года, к большому сожалению, Капуста умер. Сейчас Аллегрова продолжает активно выступать. Для нее главные люди в жизни – это дочь Лала и внук Александр.